Лидеры стран нормандской четверки Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин в ходе телефонного разговора просят до 3 августа найти решение для замены украинских войск в Широкино наблюдателями ОБСЕ. Об этом сообщили в комьюнике Елисейского дворца, передает Интерфакс Украина. Этим вопросом должны будут заняться эксперты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и совместного центра по контролю и координации прекращения огня. Кроме этого, лидеры четырех стран отметили достигнутые в Минске договоренности об отводе танков и легкой артиллерии на 15 километров с каждой стороны от линии соприкосновения и выразили желание скорейшего их выполнения. В то же время против выведения украинских военных с позиций в Широкино выступают активисты Мариуполя, а также бойцы полка «Азов». Выразить свое отношение по поводу грядущей демилитаризации населенного пункта Широкино, которая снова начинает тема быть актуальной. Противник не оставил каких-либо целей по завоеванию территории Украины, по завоеванию украинской земли. Он продолжает проводить агрессивную политику в отношении нашего государства. И говорить о какой-либо демилитаризации какого-либо населенного пункта – это просто глупо. Тем более, что населенный пункт Широкино содержит в себе такие стратегически важные высоты, как маяк, с которой простреливается практически весь Мариуполь. Хотите удержать Мариуполь, вам нужно удерживать Широкинские высоты. Другого пути не существует. Если вы хотите сдать Мариуполь, тогда не нужно проливать кровь. Просто сдайте, отойдите в Запорожскую область, еще какую-то и так далее. Поэтому это стратегические высоты. Украина имеет на них все право, потому что это наша территория. И даже за Минскими соглашениями это наша, опять-таки, территория. Пропускной пункт в зоне АТО под Волновахой, расположенный в районе села Бугас, будет перенесен в поселок Новотроицкое. Об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. Пункт будет построен за 10-12 дней, сообщил губернатор. И это поможет разгрузить очередь. Пропускная способность будет увеличена в 2 раза. В наблюдательной миссии ОБСЕ назвали митинг в Донецке, где собравшиеся люди обвинили экспертов в недостоверной подаче событий на Донбассе угрозой безопасности членов миссии. Об этом сказал заместитель руководителя мониторинговой миссии Александр Хук, передает Радио Свобода. Он заявил, что акция была организована специально с целью ограничить работу международных экспертов. Хук обвинил обе стороны конфликта в Донбассе в нарушении февральского соглашения о перемирии, о чем, по словам Хуга, свидетельствует неполный отвод тяжелой артиллерии. Місія ОБСЄ занепокоєна цією ситуацією і закликає до ефективного контролю, щоб забезпечити достатню безпеку для роботи спостерігачів у Донецьку. Гуманитарная ситуация в населенном пункте Авдеевка Донецкой области. В городе не функционирует ни одна заправка, нет завоза горюче-смазочных материалов. Однако продовольственные магазины открыты, также работает центральный рынок. 22 июля двое жителей Авдеевки были ранены и двое погибли в результате минометного обстрела жилого сектора. Сейчас раненые находятся в горбольнице, однако с журналистами общаться отказываются. Корреспонденты общественного телевидения Донбасса встретились с заведующим хирургическим отделением местной больницы и узнали о том, каково это – работать под обстрелами. Но сейчас лето. Если вы приехали зимой, здесь не было окон, здесь не было дверей. Здесь стояло 2 буржуйки в больнице. Одна в реанимации, одна в санпропускнике. Здесь не было ни малейших условий для работы. А мы работали с ранеными. Оказывали, пусть помощь в недостаточном объеме, но в меру возможности мы помогали. И потом нашими скорыми, волонтерами, военными скорыми, своим транспортом, чем угодно мы отправляли людей для оказания более квалифицированной помощи. Мы получаем, нам очень здорово помогают и волонтеры, и военные медики, которые делятся с нами. Вот у нас сейчас в больнице есть хирург, анестезиолог, это чисто военные медики, но они в качестве помощи к нам и участвуют, и помогают реально. Иногда бывают обстрелы жестокие, но люди успевают или уйти, или попадания не туда идут. Поэтому четкой связи нет. Вот вчера, я же говорю, обстрел-то был, по нашим понятиям, дежурный обстрел. Мы уже называем вещи цинично, может быть, не так. А пострадала семья, муж и жена. Относительно молодые люди, мина легла в 5 метрах от них.